Можно ли переехать в Канаду как беженец? Да, можно, но есть момент. Меня зовут Ивана Павленко, я канадский лицензированный иммиграционный консультант. Канада принимает беженцев со всего мира, стремящихся найти убежище от преследования. Однако, чтобы быть признанным беженцем, вы должны доказать, что у вас есть страх преследования или смерти в вашей стране происхождения по причинам религии, национальности, политического мнения или принадлежности к определенной социальной группе. Это может быть сложным процессом, требующим подготовки большого количества документов. Также обратите внимание на то, что чаще всего на статус беженца надо подавать, находясь уже в Канаде. То есть вы должны приехать, например, по туристической визе.